Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэль». Кто знает это место Писания? Все знают это место Писания. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэль». Есть конкретная эта цитата из Исаии, но Матфей ее повторяет буквально дословно. «А все сие...» Я читаю Матфея 1 глава, 22-25 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэль, что означает Бог с нами. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, принял Марию, жену свою, и не приближался к ней, как наконец она родила сына своего первенца, и нарек ему имя Иешуа». Знаете, мы все люди грамотные. И сегодня очень часто мы встречаемся с такой темой, когда какой-нибудь политик или какой-нибудь деятель говорит какое-то интервью, его снимают, потом вырезают какой-то кусок из его слов и используют конкретно вне контекста того, что он сказал. Кто встречался с такими вещами? И потом говорят: да он просто, ну, баран какой-то, или он расист, или он там этот, или он пятый, или десятый. Берут какой-то кусок, вырезают это. Так вот вопрос: имел ли право Матфей цитировать это место Писания, которое Исаия сказал лет так за 800 до рождения Иешуа, применив его к рождению Иешуа? Имел ли он такое право или нет? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Это алефбет еврейской герменевтики. Герменевтика – это наука об толковании Писаний. Что если Руаха Кодеш позволяет тебе, то ты можешь брать любое место, любую цитату, два слова, одно слово, 15 слов, и применять его в любом другом месте, которое по свидетельству Святого Духа является правдой. Если мы посмотрим на наших ортодоксальных иудейских братьев и на мидраши, бетей-мидраш, в которых они учатся, они такой системой герменевтики пользуются постоянно. В некоторых случаях явно, услышьте меня, притягивая за уши какие-то вещи, которые несуразно и не подходят, но их все равно вкручивают. Это целые фолианты можно читать на эту тему. В данном же случае, почему это место имеет абсолютную легитимность, чтобы взять место из Исаии и внести сюда, знаете что, когда используют какое-то непроверенное лекарство и говорят: ну, у нас там какие-то особые обстоятельства, давайте попробуем, то ты играешь в русскую рулетку. Знаете, что такое русская рулетка? Так, а вдруг выстрелит, а вдруг нет. А вдруг поможет, а вдруг не поможет. В данном случае это не русская рулетка и не какой-то эксперимент, но мы сегодня, 2000 лет спустя живущие, наверняка знаем, мы уже знаем, что факт рождения Иешуа принес исцеление не с тысячам, не сотням тысяч, миллиардам людей. Это есть факт. На этом факте можно строить. Вы знаете, есть некоторые лекарства сегодня в аптеке, которые удостоверены десятилетиями, что они приносят пользу. И никто, не сомневаясь, выписывает их и берет, и получает исцеление. Так здесь это лекарство проверено уже 2000 лет и миллиардами пациентов, что тот, который родился в Вифлееме 2000 лет назад, который вырос в Назарете, который умер за грехи всех людей, который был погребен, на третий день воскрес, вот этот простой факт, он исцеляет сердца на протяжении 2000 лет
И нет никаких противопоказаний, чтобы использовать это лекарство. По факту.